Здравствуйте, я Владислав Островский. Сегодня вы посмотрите анализ подачи Алексея, который из города Вараж, Ровенской области Украина. Он прислал мне видео, жаловался на травматичность своей подачи. Я сделал анализ, рекомендации дал ему. Возможно, вам тоже это пригодится. И спасибо Алексею за то, что он согласился разместить это видео в YouTube. Присылайте мне, пожалуйста, видео своих ударов, подачи, других ударов. Смотрим. Алексей, первое, что надо исправить обязательно, это подброс. Вы бросаете мяч вправо от вас. Где-то вот в этом положении вы бьете мяч. Подброс должен быть. Контакт с мячом над ударным плечом или над головой. На второй подаче может быть даже еще немножко влево. Если нарисовать циферблат, то вторая подача может быть даже где-то на 11. Первая подача и также и вторая на 12 над головой или над ударным плечом. Не правее, ни в коем случае. Это очень травматично. И то, что вы пишете, что у вас проблемы с предплечьем, ну, может быть, и с плечом тоже, или локоть может, все что угодно в этой ситуации может быть, это как раз, что вы бьете мяч, когда у вас линия ударная рука плечи, она изломанная. Вы можете посмотреть у всех ведущих игроков мира с классными подачами. В момент контакта с мячом линия ударный, не ударное плечо, ударное плечо, рука, она находится на одной линии. Ударное плечо, локоть вверху, не ударное внизу. И это позволяет и увеличить скорость ракетки вот здесь, когда уже пронация получается и удар по мячу, но также и травматичность. Если я сейчас вот пробую, так как у вас, сделать вот это движение, ну, у меня напряжение возникает в плече, так это я просто вообще, я не знаю, как вы так даже бьете. И как только я все выравниваю, то вот это вот, я просто чувствую, что у меня плечо расслаблено здесь. Ну, ничего, нет лишних напряжений ни в мышцах, ни в суставах, нигде. Итак, бросайте мяч. Бросайте его вначале, может быть, даже пробуйте бросать его как бы себе туда за голову, это для того, чтобы исправить эту ошибку. Затем можете какую-то здесь себе поставить цель там, или кружочек какой-то, или там корзину с мячом, что угодно. И бросайте, имитируйте подброс вначале сюда, в бок, потом бросайте уже подброс. Ой, опять, видите, я немножко далековато, как на вторую подачу бросил. И затем бросок уже так, чтобы мяч у вас падал впереди вас, как я сказал, над ударным плечом и над головой. Далее, когда будете тренировать подброс, я имею в виду, куда вы бросаете мяч, вам надо еще исправить сразу и работу неударной руки на подбросе. Вы бросаете согнутой рукой, так Надаль бросает, можете этот вариант оставить, но ну, большинство игроков подает, бросает мяч, бросая прямой рукой. Попробуйте вы, это может быть улучшит вас, ваш подброс, и вам прямая рука подойдет больше. Но если будет работать согнуто, ничего страшного. Но что обязательно нужно сделать? Вы бросаете мяч немножко резко, надо бросать его более плавно, от медленного к быстрому, от медленного к быстрому, от медленного к быстрому. И обязательно после того, когда вы выпускаете мяч, он у вас с руки уходит вверх, тяните руку обязательно за мячом. Сделали подброс и потяните эту неударную руку вверх так, как будто бы вы хотите схватиться
вверху за перекладину. Мы будем говорить с вами и о вашей силовой позиции, и вот в этот момент неударная рука должна обязательно, это тоже очень важно, быть направлена полностью вверх. Итак, тренируйте подброс, можете даже поимитировать и без мяча, но после имитации подброса рука тянется у вас обязательно вверх. Следующий момент. Силовая позиция и время разгона ракетки на мяч. В силовой позиции у вас недостаточно развернутые плечи, об этом чуть позднее. Рука тоже не находится вверху, и вы начинаете разворачивать корпус, вставать ногами, в то время, когда ракетка у вас находится вот где-то приблизительно вот в этом положении. Это очень рано. Мы сейчас над подачей работаем с тремя игроками, две девочки у меня и парень. У них ошибка наоборот. В разной степени, но они опускают уже неударная рука уходит в петлю, ударная рука уходит в петлю, и только потом они начинают разворачивать корпус, вставать на мяч. И ошибка, когда это происходит, встречается гораздо чаще, чем ваш вариант, когда сильно рано. Но я, честно говоря, не знаю, что лучше, что хуже. Этот момент тоже обязательно нужно исправлять. Почему? Потому что вы начинаете очень рано, у вас и петля, рэкет-дроп, ракетка не падает, но об этом тоже еще чуть позднее. И у вас происходит, конечно, в этой ситуации, вы просто работаете мышцами, вы силовая получается у вас подача, а не за счет инерционного движения. А инерционное движение может получиться только тогда, когда время разгона вот находится ракетка у вас в силовой позиции, вот где-то вот в этом положении, и с этого момента начинается разгон ракетки на мяч, получается все инерционно легко, напряжение в руке, в суставах, в мышцах нет. В вашем же варианте, ну я даже не смогу это повторить, напряжение очень большое, и это, с моей точки зрения, вторая причина, почему вы жалуетесь на травматичность во время вашей подачи. Как мы это исправляем? Здесь нужно работать в комплексе, исправлять и силовую позицию, о которой мы сейчас более подробно, и время разгона ракетки на мяч. Итак, вы стоите в правильной позиции, у вас загружена задняя нога, вы пробуете и подставку, и платформу, и в том варианте у вас вначале все хорошо. Но моя рекомендация – развернуть бедра и плечи в самом начале. Есть вариант, когда игроки разворачивают плечи и бедра, когда уже выходят в силовую позицию, и в этот момент разворачивают. Так Зверев делает, так делал Патрик Рафтер. В недавнем прошлом первая ракетка мира, две победы на US Open у него. Но большинство игроков мирового уровня, с мировой подачей, и Сампрас, и Чилич, и Беккер, и Эдберг, и Иванишевич, ну, можно перечислять их, сейчас это и Тим, и Федерер, они вначале разворачивают бедра и плечи, и затем выходят в силовую позицию. Итак, что я рекомендую вам сделать? Без мяча это можно делать, вне корта. Загрузили правую ногу, как вы это и делаете, и поверните бедра и плечи. Загрузили ногу, поверните бедра и плечи. Вот чуть-чуть, небольшой поворот, хотя бы небольшой. Глубина и степень, ну, до какого момента поворачивать плечи, от подачи к подаче она разная. У Макенрой он вообще почти спиной к корту стоит. Но плечи должны быть развернуты, и хотя бы немного их поверните, лучше больше. Итак, сделали поворот бедер и плеч,
и выходим в силовую позицию. Настя, проходите, ничего страшного. Сейчас я закончу запись, и мы начнем тренировку. Ну, потом, после тренировки, да, запишу. Итак, вы делаете поворот бедер и плеч, и выходите в силовую позицию, имитируете подброс, имитируете движение руки вверх, и выведите силовую позицию таким образом, чтобы у вас были развернуты плечи. Локоть у вас в неплохом месте находится в силовой позиции, я имею в виду по высоте. Он не низкий, не высокий, но что мне не нравится у вас и что нужно обязательно исправить, это то, что у вас рука слишком разогнута, угол слишком большой. Он должен быть 90 градусов. Итак, первое движение – поворот. Имитируйте подброс, выход в силовую позицию, проследите, чтобы у вас здесь было 90 градусов. Я это говорю, как собрать домик над головой. Ну и сейчас мы начнем тренировку, а потом продолжу запись. Настя, начинаем. Продолжаем. Итак, вы находитесь уже в силовой позиции. И именно отсюда, когда ваша рука левая находится полностью вверху, развернутые плечи, ракетка достигла с ударной рукой приблизительно вот этого положения. Вот с этого момента и начинается разворот корпуса, удар по мячу. Еще раз, вы делаете сейчас, когда ракетка у вас где-то в этом положении, вот ваши ноги, руку вы вверх не поднимаете, вы бросаете мяч и опускаете ее вниз, и где-то отсюда вы начинаете вставать ногами и наносить удар. Поправили поворот плеч, поправили подъем руки левой вслед за мячом, она вверху. Вышли в силовую позицию, еще раз напоминаю, так, чтобы у вас была рука не вот так разогнута, а в этом положении 90 градусов, чуть-чуть, может быть, даже чуть-чуть меньше. Сделали первое движение, сымитировали подброс, вышли в эту позицию и отсюда развернули корпус. Ракетка упала вниз, пошла в пронацию, удар по мячу. У вас практически отсутствует падение ракетки, петли у вас нет, то, что называется рэкет-дропом. Но это следствие, с моей точки зрения, вот этих вещей, о которых мы говорили перед этим. Это и подброс, и разгон ракетки у вас с этого положения, а не с вот этого. Но сейчас вы уже привыкли работать силовым способом, а не инерционным. И когда вы поправите вот это положение, я вам советую еще обратить на две вещи внимание. Рэкет-дроп, вот этот вот момент, когда ракетка падает вниз, это результат вот этой вашей правильной позиции, трофи поуз, время разгона, а также это как вы умеете расслабляться и насколько вы растянуты, просто чтобы у вас было растянуто плечо. Ну, вообще, растяжка для теннисиста – это очень важно. Если вам растяжка, ваши физические данные позволяют, то обратите внимание на расслабление. И поэтому я вам советую взять ракетку тремя пальцами, может быть даже двумя, и делать имитации, держа ракетку, как я сказал, вот видите, я показываю, у меня на только два пальца, вот эти и большой, на ракетке. Итак, вы делаете силовую позицию и дальше имитация удара. Я вам очень советую делать это пока без мяча. Вам надо и поворот плеч,
и руку вверх поднять, и здесь угол поправить, и разгонять уже с правильной позиции ракетку. Один элемент за один тренировочный день или тренировочное время. Это может быть поворот плеч, это может быть неударная рука, выход в позицию. И имитации очень, хоть это и не совсем интересный, может быть нудный способ, но самый быстрый способ что-то исправить у вас по технике. Далее, начинайте делать это, ударяя по мячу, но делайте опять-таки не на корте. В стену, в забор, когда вы выйдете на корт и захотите попасть в квадрат подачи, у вас могут возвращаться все вот эти вот элементы, которые сейчас у вас есть и которые вы будете исправлять. И, может быть, уже они будут на пути к исправлению, но во время подачи в реальный квадрат они могут возвращаться. Поэтому лучше поймать движение, ударяя по мячу вне корта. Забор еще раз или стена. Теперь еще один момент. Темп подброса. Он у вас близок к варианту Кириос, Фелисиано Лопес. Фелисиано Лопес, мне очень нравится его подача. Александр Долгополов, но он подает из платформы. Кириос и Лопес подают с подставкой. Вы пробуете и тот вариант. Но если вы будете бросать так, как вы сейчас бросаете, с низким подбросом, а это классно. На самом деле, ну, я пробовал, мне оно не пошел такой низкий подброс, но и Иванишевич, одна из лучших в истории мирового тенниса подач, наибольшее количество эйсов, у него тоже темп подброса с низким подбросом. В этом варианте, обратите внимание, перечисленные игроки, они начинают сгибать ноги тогда, когда вы идете левой рукой в подброс, вот в это время уже начинается сгибать ноги и продолжается после того, когда мяч с неударной руки уходит в подброс. Поэтому, когда вы будете имитировать силовую позицию, исправлять все вот эти моменты, добавьте после того, когда вы поработаете, можете даже вначале без ног поработать, для того, чтобы вывести правильно руку, для того, чтобы неударную руку, плечи повернуть. И потом добавляйте ноги, но обратите внимание на то, что вы должны начать сгибать ноги уже в момент того, когда вы бросаете мяч. Потому что, еще раз, ключевой момент на подаче – это вот эта наша позиция и время разгона. Время разгона здесь, и к этому моменту у вас уже должны быть готовы и ноги, и корпус. Все уже заряжено, готово к работе. Если вы оставляете темп подброса с низким подбросом, тогда добавляйте элемент, работайте над ним, рука идет подброса, и тут же начинаются сгибаться ноги раньше, чем вы это делаете сейчас. Получился вот такой выпуск, может быть, немножко и объемный, но все моменты, которые я заметил, посчитал необходимым с вами этим поделиться. Спасибо. До встречи.